То есть он использует фирагу исключительно для того, чтобы получить некоторое течение. Очень мало хп остается у лорда, как и у ваншота. И все-таки лорд остается в команде Devil's Ult. Раскастовывает собой свой ультимейт. Ваншота уже забирают и продолжают давить игроки команды Devil's Ult. Забирают еще и визора. Кастровал все-таки ультимейт. Забирают здесь Санс-это. Может, еще по кому-то удастся доиграть, но нет. Ну и уже заходит по всем лайнам. Сава тут же вытаскивает моментально. И, кстати, Каши убивает как-то магистра. Каким образом это произошло? Санса даблкил. Пытается на развороте отыграть. Отличный выпад хит-бомбы. Санса триплкил. Как же он любит эту ульту Марсиса. Магистр здесь уже в этот раз теряется, и у него могут быть проблемы. Солист его расталкивает с одной стороны в другую. Ну как же он живет? И здесь уже Савойч на подмогу подходит. Будет ли раскатовка какого-то ультимейта солиста? Здоровье него Купер попадает все-таки. Карми прижимают, забирают уже. Килет может покинуть. Килет, покажите на секунду. Килет умер один на один. Покаунчик! Забирают дизонда, а дальше продолжит. Солист мимо. К сожалению, Мидиксон закрывает своего оппонента по пушке. Полетели Купер. Все-таки сплика отбегает отсюда, и вообще внезапный размен 2 на 2. Визер! Что происходит? Шида падает, но погибает. Дефендер здесь пошел. Владос с ультимейтом карать своих оппонентов. Да, тут еще один килл можно набрать и сделать. Ох, Бразу не везет, буквально доли секунды не хватает, и Владосик должен сделать еще один килл. Нужно отодвигать крипов, пошел здесь сенсей, взрывает каши, идет отыгровка. В трон играют, но там анти-бэкдор забирают в итоге Неонука и начинают бежать отсюда рух и спорт. Владосик выживает, и в принципе задефались гнать начинают взять. Ой, бегут, далее Эмбатера большая проблема, великолепная защита от Цивиак. Кого-то подловить, но рядом находится еще и Нария, очень правильный способ подхода. Так, и влетает Купи, хорошо, дальше продолжит по донту играть, но очень много урона по лапку Куи, здесь закрывает Купи, как же неприятно. Ваншот далеко залетает, один против всех, в итоге удается бой пройти своим соперникам, нет, не получится, не. Здесь атака на центральный тавер, Траблмейкер пытается поиграть по крипам, но тут же влетает и Нагиб, и Килет. Траблмейкеру уже не жить, Фангор здесь под ультимейтом переживает все это дело, половина. Ну, ХП потерял, подходит АФК, пытаются играть по Бруно, Бруно отдает флик, и Касл уже врываться как будто некуда, Фангор подставляется, ставит еще и клетка на развороте, Касл еле живой уходит отсюда. Он чувствует себя спокойно, байтит, АФК, маскировка, притягивает сюда, тут Нагиб летает, но Тонта все-таки стирает секунду, Дизаунет пытается хоть как-то отвечать по своим соперникам, но могут прилипнуть здесь абсолютно все, потому что подкатывается Фангор, закрывает еще и Нагиб, а Нагиб отсюда не уходит. Фангор забыл. Так, вылезает маньяк, игра по АФК в опасности, подкидывает двоих, и как же переворот. Народ двоих сразу подкинул, и тут же минус 3 игроки Umbrella Squad делают. Вот так вот. Отличный момент, там Фангор забрал лорда, после этого АФК доиграл, здесь пытается выцепить, Неонука сбивает ему телепорт, здесь нужно Неонуку кастовать ультимейт, пытаться доиграть по оппонентам, Black March, да, все-таки на нем свои базовые атаки. И можно забрать другого рейд-босса, это Дефендера, Дефендер за счет своей защиты очень долго живет, чего не скажешь про Сенсея, у Сенсея защиты нет, он падает, Зум прибегает туда, использует Юмика скачок для того, чтобы отойти в сторону, все фокус по Зуму одновременно от всех, абсолютно маньяк подходит, играет по АФК, Лука Марчи сразу же. Траблмейкер пытается подсевить своих тиммейтов, максимум может замедлить. И АФК не спасает ничто. Маньяк забирает себе важный для себя килл и получает Ангелу в качестве подарка. Да, Ангела присаживается на плечи к маньяку, но там Эсмеральда, она все эти щитки довольно неплохо поедает. Здесь ставится дорога от хила, тяжело Траблмейкеру передвигаться. В итоге нет у него спринта, может здесь прилипнуть, погибает еще один герой. Немножко... обалдел от такого, как мне показалось, да? Ну, его бьют, а он терпит, готов размениваться, но Нук здесь использует вспышку челленджа, видимо, нет, но клеточка Джуна добивает его, и Браза опять проблема, хотя есть какие-то шансы выиграть здесь что-то, хоть как-то добить. Браза уйдет отсюда в стиле Касл, покидает эту локацию. И вот он, дракон появляется, сразу использует, сметана влетает и забирает Шида просто мгновенно, абсолютно, очень удачно позиционка для Найт Рейд, забирает Джуна, правда, забирает Зума через свою ульту на Ив, Дефендер влетает в мид-позицию, оказывается прямо в центре между соперниками. Но посмотрите, что на лорде творится. Хлор заберет лорда, и Владосик спокойно забирает. Пытается сделать стяжку, тут же заходит далековато. Кингслейер, до свидания ему. Но тут же прокаст идет от Горда, очень много урона. Залетает сюда еще это Ризла по кит-бомбе, доиграет до самого конца. Ой-ой-ой-ой-ой! Юстик! Ай, Юстик, а тройное убийство! Нет, не получится. 1000 кп. Лорда, кто же его заберет? Инвиз от Франка, ульта. Бруно просто моментально сбивает и получает на развороте. У нас, соответственно, Кингслейер ульту от Зума Кика. Сбивает Дефендера, по итогу Синьян нажимает свой божественный смайт. Отличный врыв от Ризла. Также Power Sensei добивает, по итогу Франка пытается доиграть по сметане здесь, но он вторым отворачивается. Нет, все равно от Броуди погибает и должен Владосик также пролиться в таверну. Серия прервана. Не удерживает. И трон падает от крипов. А, там вообще. Там что? Там ГГ?
сделал. А как на ровном месте ГГ-то? Аж...